Ежедневно торговый центр «Премьер» посещает более 17 тысяч человек. В выходные проходная способность увеличивается. В ТЦ приходят свыше 22 тысяч. 1 апреля выходной у многих рязанцев был испорчен. В 5 часов вечера по громкоговорителям прозвучал сигнал тревоги. «Покиньте торговый центр через основные выходы», — говорилось в сообщении. Эвакуация произошла в течение 5 минут. Первоначально выдвигалась версия, что в здании проходят учения сотрудников МЧС. Правда, когда к торговому центру прибыли машины скорой помощи и полицейские, мнение у всех изменилось. Также по повышенному рангу пожара было выслано 8 пожарных подразделений. На момент прибытия из здания проводилась эвакуация. Система оповещения и управления эвакуацией сработали. Пожарным подразделением было установлено, что произошло короткое замыкание в конструкции электросветильника без последующего загорания. В настоящий момент торговый центр работает в штатном режиме. Напомним, это уже третье срабатывание пожарной сигнализации за прошедшую неделю. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».